Всем привет, это Сами Сусами. Давно у нас не было каких-то лайфхаков, и сегодня я вам покажу, из чего можно сделать вот такую вот гидравлику, цилиндр подъема нашего с вами кузова. Здесь нет кузова, но она на месте. Обычно все происходит наоборот. Вот у нас автобановский КАМАЗ. Неплохая как бы вещь, в принципе, пойдет. Нет кузова, нет само собой цилиндра, так как эта штука универсальная, поэтому будем считать, что нет кузова. Вот самосвальный кузов от старенькой модели, состояние очень хорошее, можно легко сюда его примудрить. Но нужен цилиндр, которого, блин, почему-то всегда нет. Есть два стандартных способа. Ну, самый всем известный, само собой, это антенка от какого-то старого пульта, либо от радиоприемника. Но это вы все знаете, показывать нет смысла. Так как у нас канал нестандартный, видос будет тоже нестандартный. Есть у нас вот такая штука. Фиг знает, что это такое. Ну, что-то питьевой, типа йогурт. Есть вот такая штука. И вот такая штука. Между вот этими такое ощущение, что разницы вообще никакой, кроме как название фирмы. Так, и самое интересное, чтобы нам хорошо поработать, нам нужно немного перекусить. Это мы приобретаем, взято по акции за 30 рублей. Это куплено за 52 рубля. Это за 43 рубля. Мы берем крышечку. И вот здесь ее просто вскрываем. Внутри у нас будет лежать трубочка. Вот здесь я уже открыл, чтобы все не доставать. Хоп. В данном случае вот такая трехсекционная трубка. Обалденно подходящая под 43 масштаб. Что в дано, в даниссимо, что в растишке она будет вот такая именно. Вот в этом же она будет двухсекционно и гораздо прям порядком толще. Вот давайте для сравнения еще раз. Она короче и она толще. Диаметр где-то сантиметр. Здесь миллиметров 7. Во. И вот благодаря такой штуке можно что-то замутить. Так, теперь просто для понимания, для примера. Вот мы берем трубочку. Здесь просто проткнул отверстие. Раз. Нужно, конечно, подрезать по длине каждое колено, чтобы подгонять под конкретный наш размер. И вот, все. Вот она тема, это работает. Ну, длина, само собой, не подходящая, а так. Все, вот суть. Хоп, как говорится, и тянем сколько надо. Вырезаем. Где-то пополам я каждое колено здесь отрезал, и получится обалденная трубка. Вот, берите себе на заметочку, если вам идея была интересная, то поддержите видео с большущим пальчиком вверх. Обязательно напишите комментарий под видео, как вам сама бредовая идея. Всем спасибо, пока-пока. Единственное, что эта штука с пластика. Пластик более-менее плотный, держать будет хорошо, но красить его, скорее всего, не получится. Вот такие дела. Что он будет просто белым. Ну вот и все. Все, что я подметил в продуктовке, покупая мелкому йогурт питьевой. Вот такие дела.